Авиакомпания «Уральские авиалинии» разработала и запустила в продажу новый продукт «Бизнес-проездной». Это выгодно для тех, кто часто летает по всей России. Это единый билет на 10 поездок бизнес-классом. Он включает в себя открытые даты вылета, и у него фиксированная цена 25 тысяч рублей за один перелет. Эта цена включает в себя абсолютно все сборы и не зависит ни от каких внешних факторов. Бизнес-проездной можно приобрести в двух вариантах. Это рейсы из Москвы, либо из Екатеринбурга. Главное отличие от проездных других авиакомпаний в том, что этот билет действует сразу на 6 маршрутов, а не на один. Приобретая бизнес-проездной, вы получаете все привилегии бизнес-класса, а именно комфортное ожидание в аэропорту в бизнес-зале, приоритетная регистрация на рейс, выделенная линия в колл-центре для решения срочных вопросов, а также удобный салон в самолете. Особое внимание уделяется питанию на борту. Бизнес-класс – это вкусные блюда и высокий сервис. На выбор предлагается несколько горячих блюд, закусок, десерты и напитки. Периодически разрабатываем и меняем рацион для того, чтобы приятно удивить тех пассажиров, которые летают с нами часто, и порадовать тех, кто летит с нами впервые. В ближайшее время мы планируем предлагать нашим пассажирам дегустационный сет. Приглашаем вас попробовать. Питание в бизнес-классе утверждается отдельно для каждого маршрута сроком на 2 недели, если это регулярный рейс. Для авиакомпании важно поддерживать высокий уровень качества услуг и сервиса, а также компетенции бортпроводников.